Однажды мне купили игру Crysis 2. Это было в те времена, когда пиратские диски еще продавались в магазине. Собственно, там мне его и купили, рублей, наверное, за 140. Я был невероятно заинтригован, разглядывал картинки на упаковке, прям весь в ожидании. Ведь подобных крутых игр у меня до этого никогда не было. Мне нравилась игрушка, вот одна из таких немногих была в моей жизни. Я играл, играл, но потом я не прошел до ее до конца. И через какое-то время увидел в интернете, видимо, прохождение или просто о ней какие-то подробности, и узнал, что... Все это время под маской скрывался негр. И меня это расстроило. Не скажу, что сильно, я не очень разочаровался. Просто все время, когда ты играешь, играешь, потом... Ух ты, а он черный. Вот, собственно, представляете, вот так выглядит диск. У меня он до сих пор есть. Прикольно, правда? Две коробочки. Представляете, как это все было? Разворачиваешь. Здесь еще вот тут картинка, я ее пытался нарисовать даже. Диск с двух сторон. Открываешь диск, раз, вот так... Твою мать. С двух сторон. Раз и два. Устанавливаешь сначала одной частью диска, потом он требует, вставьте второй диск. И ты маленький, думаешь, у меня только один диск, суки, мне второй не продали. Потом, типа, тебе говорят, ну нет, просто перевернуть его надо, тупорылый ты мелкий придурок. Вот, и я думал, видите, какая крутая, заставка. Тут всего лишь нужен Windows XP, 1 гигабайт оперативки, и всего-то. Видеокарта не ниже 7800, и почему-то у меня была выше, но все равно лагало 5 кадров в минуту, наверное. И я любил эту игру. Я включил и думаю, вау, броня, невидимка, тепловизор, которым я, по-моему, не пользовался, не знаю. Я вообще почти ничем не пользовался, я всю игру так проходил, надо экономить энергию, вот так и всю жизнь, надо экономить, это как бронежилетом на войне не пользоваться, экономить надо, вдруг пробьют, ну ладно. И сейчас, это подрастрел просто, а вообще тогда, конечно же, я никакого расизма, еще что-то, просто, знаете, национализма, ничего в моей голове не было, ты просто смотришь на человека вот так вот. И он тебе не нравится, и все, что тут такого, подумаешь. На любого, кстати, цвета кожи. Просто когда ты белокожий ребенок, растущий среди белых людей с чистой кровью, в смысле, просто среди белых людей, то вдруг черный как-то непривычный. Это действительно любопытно. Есть ли среди них, конечно, симпатяшки, и ты привыкаешь к этому, ничего страшного. Я не говорю, что он прям урод, просто вот. Я просто к тому, что видите, как интересно меняются наши взгляды на жизнь, зависимые от того, в какое время ты живешь. Вот ты смотришь телевизор, там BBC идет, или какая-нибудь передача натуралистическая про животных, в смысле, про дикую природу. И там, например, вот черные, да, вот раз, папуасы какие-нибудь. И почему-то их все время вот иногда впритык показывали, да, жуть, страшно. Сейчас покажу как. Вот так вот. Зачем их так показывали, я понять не имею. Ничего такие. Для тебя это кажется нечто странным. Особенно их показывали... такими там кубами, голыми, там обмазывающиеся калом каким-нибудь, или просто глиной, не знаю зачем. Возможно, они прятались от хищника. В целом, я могу на любого человека посмотреть, вот так вот глянуть на него. Он сидит, человек, я смотрю на него и думаю... А он страшный. Но я не буду говорить об этом кому-то, ему тем более. Я просто выложу это видео на YouTube, пускай когда-нибудь он узнает, что он был страшным. Нет, просто я... посмотрю и понимаю, что вот он мне не нравится, но я привыкну к этому. Здесь нет ничего такого. Сейчас просто, нельзя, вот среди подростков, например, нельзя судить за внешность. Вот как-то мне одна девочка написала, сейчас бы осуждать за внешность в 2К20 в 2021. Типа, как это низко. Странно, наверное, она обиделась, раз я ее под ее аватаркой. Да. Запостил свинину. Но она была полненькая. С этой девочкой явно было что-то не в порядке. Наверное, она сильно обиделась на мои слова. Хотя я ей хотел сделать комплимент. Я сказал, что полнота ей к лицу в целом. Я ей говорю, слушай, вот знаешь, вот другие вот им не идет вот полность, а тебе вот полнота к лицу, да. Чё она обиделась? Я не понимаю. Они какие-то странные. Комплименты вроде сделаешь, а вот хуй. Понимаете, это опасно делать комплименты, ведь вот ты хочешь как по-хорошему. Тебе это так идет, в этой одежде ты даже выглядишь страннее, чем в той. Ну и что? Так лучше хочу, скажи, одевай эту одежду, потому что в ней ты не такая жирная, я же не так говорю. Или, например, на меня тоже кто-то мог посмотреть и сказать, некрасивый, да? Ну и что, нормально? Ну ничего, он привыкнет потом со временем. Поэтому да. Все.